инсульт всегда наступает внезапно. По статистике смертности это заболевание стоит на втором месте после инфарктов. 2 года назад от инсульта умерла моя мама. В одночасье не стало молодой красивой женщины, которой было всего 56 лет. Есть ли признаки у инсульта и можно ли избежать страшного заболевания? Давайте посмотрим сюжет. Британская актриса Эмилия Кларк призналась, что во время съемок сериала «Игра престолов» она едва не умерла от инсульта. В 2011 году, после окончания первого сезона телесаги, у исполнительницы роли Дайнерис Таргариен обнаружили 2 аневризмы, одна из которых стала причиной кровоизлияния в мозг. Тогда Эмилии было всего 24 года. Нарушение речи, онемение конечностей, перекошенное лицо. Инсульт наступает всегда внезапно, но всегда сопровождается этими 3 признаками. Иларии Титовой всего 20 лет, но 2 недели назад девушка перенесла инсульт. Прилегла отдохнуть после занятий, а когда стала вставать, упала и больше подняться не смогла. От инвалидности девушку спас юный возраст и то, что в больницу ее привезли в течение 1,5 часа после инсульта. Я приходила к врачу, когда у меня были головные боли. Я приходила к терапевту, он померил давление, говорит, в твоем возрасте это нормально, такое низкое давление, и головные боли, соответственно. А приехав уже сюда, прям на покой, врачи сказали, что это была мигрень у меня все это время. И на фоне мигрени и противозачаточных таблеток, что мне назначил гинеколог, мне случился инсульт. Девушку уже выписали, поправилась она быстро. Уже в первый день лечения начала снова чувствовать руку и восстановила речь. Инсульт молодеет, констатируют врачи. В неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения из 23 пациентов 4 нет даже 40 лет. В отделение каждый день поступает в среднем 1, 2, 3 человека. Все зависит много от погоды там. Вот такие вещи мы видим, взаимосвязь, что перемена давления, это именно возрастные пациенты. Молодежь, конечно же, они не часто, но тоже приходят. В основном, в среднем, 2-3 человека. Основных причин возможности возникновения инсульта 4. В группе риска те, у кого гипертоническая болезнь, диабет, высокий уровень холестерина и нарушение ритма сердца. И 4 часа есть у врачей, чтобы спасти жизнь пациента. Именно это временное окно, первые 4 часа, дает больше всего возможностей спасти клетки головного мозга от необратимых изменений. Инсульт – это заболевание, при котором поражается головной мозг. Он поражается вследствие того, что кровь перестает поступать к определенным участкам головного мозга, либо в силу того, что происходит тромбоз, закупорка сосуда, либо происходит разрыв сосуда, так называемое кровоизлияние, когда происходит. Только за 3 месяца этого года в Приморье зарегистрировано уже 2000 инсультов. По статистике, это заболевание стоит на 2-м месте по смертности после инфаркта миокарда. Однако инсульт можно и нужно не только вовремя распознать, но и предотвратить. Главное – контролировать давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также следить за сердцем. Сегодня в мире все более популярными становятся безглютеновые диеты. Многие знаменитости советуют категорически избегать пищи, которая содержит глютен или клейковину. Однако специалисты придерживаются совершенно иного мнения. Существует ли аллергия на глютен? Давайте посмотрим сюжет. Виктория Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Джессика Симпсон, Майли Сайрус – всех этих звезд объединяет любовь к продуктам без глютена. Яркие представители шоу-бизнеса массово избегают продуктов питания, приготовленных из пшеницы. Отвергается не только хлеб, но и паста, пицца и пирожки. То есть все, что содержит глютен. Клейковину, которая встречается в пшенице, ячмене и ржи. Между тем, по медицинским показаниям, от глютена надо воздерживаться только тем, у кого к нему имеется невосприимчивость. Или на языке медиков – целиакия. Таковых по статистике менее 1%. Целиакия – это иммунологически опосредованная непереносимость белкового злака глютен. Аллергия на глютен – это когда организм вырабатывает специфические иммуноглобулины И к самому глютену. То есть аллергия на глютен, она встречается достаточно редко, но встречается среди населения.
Тем не менее, непереносимость глютена, целиакия, встречается чаще, чем аллергия на него. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, от раннего детского до зрелого. Классические симптомы целиакии, такие как диарея, вздутие живота, боли, встречаются так же часто, как атипичные ее проявления в виде головных болей, болей в суставах и даже нарушения репродуктивной функции. Многие люди, находясь на безглютеновой диете, чувствуют улучшение. То есть косвенно можно говорить о том, что, возможно, у них присутствует целиакия. Я думаю, с этим связано. Большинство же людей сидит на безглютеновой диете вовсе не из-за невосприимчивости к этому белку, а из желания похудеть. Насколько это оправдано? Для постановления диагноза целиакии нужно сдавать антитела к глиодину и тканевой трансглутаминазе. Идеальным считается взятие биопсии 12-перстной кишки. И принцип в том, что люди, не обследовавшись, начинают принимать аглютеновую диету и испытывают какое-то улучшение. То есть косвенно можно сказать, что, скорее всего, у них есть эта непереносимость, и, видимо, это им приносит облегчение. И сказать, что это модно и вредно, я не могу. То есть если человек получает диету и чувствует себя лучше, наверное, это больше пользы приносит для него, чем вреда. И все же надпись «без глютена» – «глютен-фри» в Америке и на Западе становится чуть ли не синонимом здоровой или диетической пищи. И люди реально считают такие продукты здоровыми и даже пытаются на них снижать вес. Но мало кто задумывается, что такой продукт может содержать вредные трансжиры или избыток насыщенных жиров, а также много рафинированных сахаров. Ни то, ни другое, ни тем более третье не способствуют ни похудению, ни оздоровлению. Многие безглютеновые продукты содержат значительно больше калорий, чем их обыкновенные аналоги. А все потому, что производители пытаются сделать, например, гречневое печенье похожим на пшеничное и добавляют чрезмерное количество сахара и жира. Аллергия на глютен, она проявляться может самыми различными проявлениями, но самое распространенное – это, конечно, высыпание, зуд, покраснение кожи, возможно, будет зуд глаз, носа, то есть… Все это можно разрешить, только применяя лабораторные исследования. Чтобы выяснить, есть ли у человека аллергия на глютен, необходимо сдать кровь из вены на иммуноглобулин И, именно глютену. Про глютен, наверное, последние, мне кажется, несколько лет 5 только стали говорить. Я думаю, что со временем этот вот модный поток как-то затихнет, но людей, которые имеют именно целиакию, их достаточно много. Есть люди, которые лечат эпилепсию, и она достаточно тоже, да, статьи, она связана с целиакией. Есть какие-то проблемы, связанные с хронической усталостью. Если человек на глютеновой диете не испытывает каких-то проблем с физической нагрузкой и так далее, то можно тоже задуматься и, ну, рекомендовать сдать этот анализ на непереносимость глютена. Безглютеновая диета – жизненно необходимое средство для людей, страдающих от аутоиммунных заболеваний, а также некоторых болезней нервно-психического характера. В плане похудения такая диета может быть полезна тем, что исключает из рациона сладкую выпечку, хлеб и различные кондитерские изделия. Ведь если отказаться от таких продуктов, действительно можно скинуть несколько килограммов. Но в принципе, людям, не страдающим вышеуказанными заболеваниями, такая диета ничего не даст. Более того, не надо забывать, что продукты из злаков содержат жизненно необходимые вещества и витамины. Так что для похудения лучше остановить свой выбор на какой-нибудь другой диете или просто придерживаться здорового образа жизни и питания. Гонка за модными тенденциями не всегда приводит к хорошему результату. Российских родителей сегодня условно можно разделить на два лагеря. Одни делают своим детям прививки, другие категорически против вакцинации. У тех и других свои аргументы за и против. Делать или не делать прививки? Давайте посмотрим сюжет. Рос здоровый ребенок, сделали прививку, стал инвалидом. Подобных историй сотни, если не тысячи, в любых социальных сетях. Мир разделился на прививочников и антипрививочников. Одни убеждают, последствия от инфекций, против которых проводится вакцинация, гораздо страшнее самих прививок. Другие считают, вакцинация заведомо калечит здоровых детей. Мы, в принципе, живем в вакцинзависимом мире. У нас очень много инфекционных заболеваний, которые протекают крайне тяжело, либо с осложнениями, либо со смертельными исходами. Дети, очень иммунитет, вернее, детей, он не сформирован настолько, чтобы бороться с теми или иными инфекционными заболеваниями. Именно поэтому мы и делаем прививки.
У Николая Куницкого двое детей. Прививки в этой семье дочерям не делают. Старше мы до 5 лет, у нас был по медицинским показаниям, ну отвод мы сделали. Она причем вообще не болела у нас до 5 лет. И было такое, что я дома лежал, просто с температурой, мне прям серьезно там все болело. Вирус какой-то там серьезный был. Я прям уходил в другую комнату, чтобы не заражать. Ну, на что супруга сказала, что не выдумывай, ты все равно дома находишься. То есть ты ходишь, что-то берешь, что-то трогаешь, и так же ребенок. И вот она прям и спала со мной, хотя я говорил, дочь, отойди, ты там заболеешь. Она говорит, папа, я тебя люблю и буду с тобой. Вот. И она вот никогда не болела. 5 лет по требованию садика, куда пошла старшая дочь, говорит Николай, им пришлось поставить ей прививку против туберкулеза, БЦЖ. И вот этот процесс, он просто не прекращался. То есть мой ребенок мог прийти, мы вечером пришли, допустим, кому-то в гости, ну, у кого-то там немножко, там, да, там, чихнул. Я на утро раз, там, или через день, у нас температура. И прям вот этот период, как говорится, пока там какое-то время не прошло, и я тогда начал задумываться, ну, почему так? Сегодня Николай не делает своим детям даже пробу манту. Считает, его дочери вырастут здоровыми и без вакцинации. Я не уверен, что когда детям делают прививки, каждой мамочке рассказывают о том, что могут быть какие-то последствия этой прививки, что что-то там какие-то. 157-й федеральный закон, вот, редакция от 2018 года, говорит, что граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок. Последствиях отказа от них, возможных осложнений. Сегодня все больше родителей решают отказаться от вакцинации. Основной причиной тому являются рассказы на форумах в интернете о том, что прививка повлекла ряд тяжелых последствий. Многие потеряли доверие к отечественной медицине. Не у всех есть достаточная сумма денег на проведение иммунопрофилактики зарубежными, более качественными и безопасными препаратами. Отказ от вакцинации оформляется в письменном виде. Врач обязан проинформировать обо всех последствиях, которые могут ожидать непривитого ребенка. Родители должны принимать решение обдуманно. Вся ответственность за здоровье малыша в этом случае ложится на его представителя. Каждый родитель решает сам, проводить вакцинацию или не проводить вакцинацию. В соответствии с федеральным законом об иммунопрофилактике у нас проводится вакцинация на добровольной основе, поэтому все родители подписывают согласие перед проведением иммунизации. В медицине есть такое понятие «поствакцинальная реакция», которая может возникнуть от 48 часов до 30 суток после проведения прививки. Врачи всегда предупреждают родителей о возможных последствиях вакцинации и рассказывают, как вести себя в поствакцинальный период. Это могут быть как местные, так и общие реакции, например, незначительное повышение температуры тела. На сегодняшний день у нас поствакцинальные осложнения не регистрируются за исключением редких единичных осложнений на вакцинацию против туберкулеза. По словам Евгении Воробьевой, ни одно осложнение, якобы вызванное прививкой, сегодня не подтверждено. Но есть такое понятие, как совпадение – развитие заболевания в поствакцинальный период. Перед каждой прививкой ребенка должен осмотреть врач-педиатр. И если нет никаких видимых признаков вирусной инфекции, он разрешает ставить ребенку прививку. Проводя вакцинацию, вирусная инфекция проявляется уже непосредственно вот в первый там, день, в первые двое суток после вакцинации. И поэтому получается такое вот совпадение, именно разгар вирусной инфекции в поствакцинальном периоде. Но это не поствакцинальное осложнение. Это нет причинно-следственной связи между вакцинацией и развитием вирусной инфекции. Не пустить непривитого ребенка в детский сад или школу нельзя. Если родители решили полностью отказаться от вакцинации, их ребенок может спокойно посещать любые государственные учебные учреждения. У нас в соответствии с законом, опять же, об иммунопрофилактике, таких детей мы допускаем в детские сады, но только в том случае не допускается, если в детском саду идет на данный момент вспышка того инфекционного заболевания, против которого ребенок не привит. Что касается других инфекций, например, полиомиелит. Есть дети, которые не привиты, и есть дети, которые получают живую полиомиелитную вакцину в соответствии с нарушенным графиком вакцинации.
Это не значит, что нарушается какое-то законодательство. То есть все дети точно так же прививаются в соответствии с национальным календарем, по схемам, все как положено. Ну, были какие-то на то причины, там медицинские отводы или также отказы, и родители определились, что к этому времени начнут прививки делать. И поэтому так ситуация получается, что в одной группе оказываются дети непривитые и те, которые получают капельное введение живой полиомиелитной вакцины. Так вот, таких детей, которые непривитые в соответствии с санитарными правилами, в соответствии с законом, они отстраняются от коллектива на срок до 60 дней. Делать или не делать прививки детям – выбор каждого родителя. Главное помнить, в ваших руках самое дорогое – жизнь и здоровье маленького человека. А перед вакцинацией надо обязательно пройти осмотр врача-педиатра, а также сдать общие анализы – крови и мочи.